И добро пожаловать, ребятки, мы продолжаем играть в игрушечку Кнок-Кнок, либо же Тук-Тук-Тук. Как вы помните, мы попали в дом. Ну и смотри, нам надо выживать. Вы видели большого монстра, мы встретили какую-то там девочку, что-то в лесу, короче, что-то какая-то дичь происходила, монстры везде. Ну и смотри, наверху полоса, я так понимаю, это жизни монстра, главного босса, походу. Ну и смотри, домик довольно-таки обширненький тут. В принципе, погнали это все заводить дело. Так, тихо. Все, давай, погнали. Надеюсь, нас монстры не будут атаковать. Хотя, это вообще малая вероятность того. Так, а где кто ревет? Я не очень... А теперь не смотри. Мы получили новые достижения. Окей, хорошо. Я тебя понял. Хорошо, давай все чинить. О, отлично. Кстати, да, надо вещи. Вещи не забываем. Так, тут нету, тут точно нету. Так, что-то ты, главный герой, можешь вспомнить? Так, 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 так. Хорошо. Угу, все. Я уже знаю, куда идти. Давай сюда. Так, давай сюда. Так. Он сейчас вспомнит. Ой, смотри, какие хорошие делишки для нас приготовили. Так, окей, давай, 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 давай. Заводи это все дело. Теперь, может, тут что-нибудь главный герой вспомнит? Да, что-то он вспоминает. Скорее всего, тут шкаф тоже, да? А, нет, вентилятор, окей. Вау, 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 тихонько, тихонечко. Тихонько. Без паники. Фух. Так, тут что-то ты вспомнишь? Не, эти комнаты вообще просто... О-о-о-о-о! Нет, 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 нет. Так, вспоминай. Окей, какие-то опять дела. Смотри, когда стуки в дверь, и дверь закрывается, лучше не открывать, потом... Ой, иди в попу. Не-не-не-не-не. Так... Ой, что-то меня пугают эти звуки. Так, ой-ой-ой-ой-ой, все-все-все, так, тихо. Давай, заводи время. Так, тихо. Ой, тихо, глаз! Чё это кровать ездит? Ребят, опять новые монстры. Тихо, глаз. И кровать ездит. Офигеть. Это как ты? Какой? Это, в смысле? Это какой-то наш клон пробежал. Офигеть. Вот это точно я не ожидал. Да вруби уже тут свет. Отлично. Офигеть. Блин, а только начало все получаться. Так, окей, он тут вспоминает какие-то всякие... Что там за хрень происходит? Там кровать внизу. Там внизу какая-то тупая кровать ездит. Что с этим делать, вопрос? Так, давай, вспоминай все, что тут есть. Так, отлично. Какие-то фотографии. Все, так, отлично. Ой, да... Ой, ой, сучья кровать. Тихо, тихонько. Вообще, почему так опасно? Опасность мне создают тут засранцы. Ох ты, ё-моё, сюда переместиться? Да отвали. Так. Давай, пока нету этой кровати. Так, все. Ай! Блин, я попался к кровати. Ну смотри, мы близимся к финалу игры, походу. Тут просто вот осталось домик. Как бы вот это и вот это, и потом выход. Я не знаю, что вот. Окей. Блин, меня бесит эта кровать. Давай вот здесь тоже все чини, все эти лампочки. Кстати, эта полоса реально уменьшается. Так, сейчас он тут... Так, он тут ничего не вспоминает. Так, лучше тут все врубить. Опять эти плачи тупые где-то находятся. Я так понимаю, это походу монстр плачет. Непонятно, короче, вообще пофиг. Так, главное все делать вовремя тут. И вот так все потихонечку. Вот так. Он сейчас тут вспомнит.
Ага, так, давай. Все, шикардозно. Так, теперь вот это дело тоже все вспоминай. Абсолютно все. Отлично. Ой, кто это? А кто это? Там реально монстр какой-то, монстряка. Так, ты тут вспомнишь что-то? Ускоритель времени, либо что? Ладно, пофиг. Эх ты, гадина, там сидит какая-то гадская морда. Что это за фигня? Ой, ребят. Ой, да ну тебя в попу. Не хочу с тобой видеться. Ну реально, ты там сидишь, ну как мне... Как мне тебя выгнать оттуда? Не хочу. Не хочу я это все дело трогать. Либо смотри, у меня идея попробовать. Сейчас смотри. Смотри. Вот видишь вот этого монстрика? Ой. Где-то же оно похоронено. Где-то недалеко, когда я вернулся домой. На кровати была только земля. Еще как-то особенным образом уложенные листья. Так, и ой-ой-ой-ой, стуки везде. Так, давай, чини, все чини. Так, надеюсь, это что-то, о, для нас важное, отлично. Так, смотри, уже половина... Ой, все, начинается. Вот под конец, как всегда, вот под финал уровня начинается полная галимати. Тихо. Ой. Наш клон стоит! Походу, ребятки, нам нельзя с ним... А что мне делать? Где ты? Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Монстряка ходит! Ну, я не знаю, это... Нас кто-то ищет, какой-то засрака. Как бы наш клон ищет нас. Я реально увидел нашего клона. Вот, хоть ты что... Тихонько, без... Не надо думать. Ой, да иди в попу. Так. Ускоритель времени, либо что... Ой, нет, вагонетка опять это. Сучья вагонетка. Ты нафиг. Так, ну все, ребят, смотри, уже все время закончено почти. Уже все, мы победили, все. Все, это победа, полная стопроцентная победа. Все, рассвет, ура, мы это сделали. И все-таки, смотри, реально там наш клон ходит по дому в темных комнатах. Это очень странно, окей. Мы играем в переселение, это игра на исполнение желаний. В ней нужно играть так, если кому-то удалось проснуться за час до рассвета. Оно должно мысленно объявить себя жильцом на рассвете. Жилец становится перед закрытой дверью и говорит: время пришло, пора собираться в дорогу. После этого слов дверь должна остаться закрытой. Если не получится какой-то прочерк, он больше не жилец, окей. Хорошо, и теперь мы перемещаемся к вот такому левелу. Возможно, это финальный, я не знаю, что. Давай попробуем, посмотрим. Хорошо. Так, ох ты, ё-моё. Привет, монстряка. Офигеть. Вот это уже полная дичь. Так, у нас открылась дверь. Хорошо, пойдем выходить будем отсюда. Кто-то все время таращится на меня снаружи. Что тебе от меня нужно? Разве со мной что-то не так? На тебя не то, что таращится. Там за дверью огромный монстряка стоит, поджидает тебя. Наверное, он с ростом, как, наверное, как три твоих дома. Я тебя вижу, ты кто такой? Так, окей, проходим сюда. Помоги мне. Да мы и так помогаем. Мы и так уже помогаем. Так, давай, иди. Выходим в лес, и нам нужно, я так понимаю, успеть не попасться этим монстрам. Как бы пройти к дому. Да, не попасться монстрам. Ой, блин. Вот я, жопошник, попадаюсь. Смотри, а вот мы и нашли домик. Шикарно, просто шикарно. И теперь мы перемещаемся к вот такому месту. Окей. Так, ребятки, смотри, у нас половина времени, и там вот эта гадина ходит. И тут еще привидение где-то летает. Ой, оно сюда движется тихонько. Опа, какой опасный. Вообще, тут опасные просто гады настоящие. Вообще,
Тут просто монстрики просто полным ходом действуют. Ой, сейчас очень опасно, сейчас очень реально опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там вырубился свет. Окей, забираемся наверх, тут может для нас что-то будет. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Да иди! Тихо, привидение! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, оно возвращается. Да блин, меня бесит это привидение, что ты будешь с ним делать? Ребят, вот почти уже скоро рассвет, у меня уже рука затекла и устала, я просто вообще уже вот так танцевать на этой лестнице, но я это сделал, я продержался, и я выжил. Это просто было нереально, это я сделал, окей, все хорошо. Так, эта игра особенно опасна, потому что ее ее начинают гости. Рано или поздно вы услышите голос. Кто-то спрятался. Через некоторое время он говорит, кто прячется, тот застыл. Я не виноват. После этого вас находят, чтобы вы не делали. И все начинается сначала. Кажется, что выиграть невозможно. Ключ — это игра для смелых. Но на самом деле прятаться тот, кто не стоит на месте, пока... Окей. Хух. Игра продолжается, любую игру нужно довести до конца, кто ведет, тот и победитель. Короче, тут показывают, ну, в принципе, это все дело ясно. Ага. Я не знаю, давай попробуем еще вот тут домик пройти, это просто уже финал, финальной игры, просто вообще не знаю. Окей. Хорошо. Тут над нами вот эта бука стоит вообще жесткая. Это жесть. Так, окей, хорошо, погнали. Туда? Куда это? Вот надо туда, хорошо. Нам свет не обязательно включать, нам вот чисто надо пройти вот так. Давай, 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 давай. Он потерял меня, когда я был совсем маленьким, потому что он повредился рассудком. Он перестал меня видеть. Не понимаю, о чем ты, главный герой? Кто тебя перестал видеть и кто тебя потерял, непонятно. Ладно, окей, спускаемся и заводим вот эту шарманочку. Так. И все-таки хорошо тому, кто закончит свой путь со спокойным сердцем. Тяжело встречать смерть, не успев довести дело до конца. Ага, хорошо. У нас открылась дверь. Хорошо, мне главное сейчас пройти вот этот лес, потому что лес сейчас вообще очень страшно там ходить. Может, еще раз проверить, надежно ли заперт выход. Если верить приборам, это не галлюцинации, следы настоящие, не мои. Но эти приборы давно уже устарели. Окей. Хорошо, спускайся. Комната... Комнатка. Угу, что-то там, ага. Окей. Оно обычно спало вот тут. Так, давай, иди на выход. На выход, на выход. Тихонько, тихонько. Окей. Выходим. И теперь нам надо найти, я так понимаю, этот... О, дом. Мы его находим очень быстро. Просто вообще... И мы перемещаемся к следующей локации. Окей. Ну, я думаю, ребятки, пока на этом закончить данную серию. Довольно-таки она получилась интересной и прикольной. Так что, в принципе, на этом все. Продолжим мы делать финал в следующей серии. На этом все. Подписывайтесь на канал, для Steam видео, ставьте большие пальцы вверх. Ага. Так. Что он существует, и он появился, или так выглядит. Окей. Ну, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, для видео ставьте большие пальцы. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.